Огонь семейного очага сердца России передан в Городецкий округ. В Нижегородской области на минувшей неделе был дан старт году семьи, и лампаду с огнем решено передавать в муниципалитет региона многодетным семьям. Семья у нас очень дружная, сплоченная, творческая. Наша педагогическая династия насчитывает уже 4 поколения, и 5-е поколение уже готовится вступить, как бы торжественно, в ряды нашей династии. Решающим в выборе моей профессии стало, конечно, мои родители, мои 2 бабушки, они все педагоги. То есть я же родилась в учительской семье, видела это творчество постоянное, споры какие-то. Мне это по душе. Это второй раз, когда тематический год объявляется именно годом семьи, что подчеркивает важность института семьи для нашей страны. Мы понимаем, что семья – это опора государства. На территории Городецкого округа в прошлом году мы открыли пилотное учреждение, многофункциональный центр «Семья». Такое семейное МВЦ мы открыли вместе с Министерством труда и социальной защиты России и Федеральным фондом помощи детям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. И на Городецкой земле социальные технологии по работе с семьями достаточно хорошо развиты, поэтому мы решили, что символично будет начать такую эстафету передачи огня всероссийского семейного очага сердца России именно с Городецкой земли.